Вопросы строительства и реконструкции обсуждал сегодня государственный советник Республики Митимир Шаймиев. Речь шла об объектах Болгара. Учитывая, что в конце лета специалисты ЮНЕСКО начнут проверку исторических объектов Болгара и Свияжска, необходимо еще раз проверить соответствие восстановительных работ требованиям Всемирной организации. Первая задача – к середине августа подготовить всю проектно-сметную документацию по строительству защитных сооружений. Второе – реконструкция и благоустройство территории комплекса святого источника «Колодец Габдрахмана». Спасибо.